Прежде чем в этом видеоуроке, я тебе хочу показать, как сделать высекание лоу-киком. То есть, как противника подготовить, и потом уже, когда он выставит свой блок, сделать под него высекание. Все довольно просто, но очень эффективно. Начнем. Итак, в этом видеоуроке я хочу тебе рассказать, как делать высекание лоу-киком. Часто спрашивают ребята, как это делать, видят в боях. Часто такое делает Сайнчай, Буакап. То есть все довольно просто. Но для того, чтобы сделать это в бою, надо противника сначала подготовить. То есть на протяжении боя мы работаем лоу-киком. Соответственно, нормальный противник, да, и даже начинающий, он будет выставлять блоки. То есть мы работаем, он выставляет блоки, подставляет колени, делает щиты, подставки. Когда я притравил его 3-4 блока, все это он видит, я тогда с дистанции полностью показываю свой лоу-кик, да, как будто хочу ударить. Соответственно, он поднимает хороший блок. То есть неважно, это можно делать и лоу-киками, и мидл-киками, да, для того, чтобы был блок повыше. И когда он поднимает уже отсюда, я показываю полностью. Если дистанция далеко, больше вытянутой руки, скажем так, я сделаю шаг на левой ноге еще под шаг, сюда. То есть под шаг и отсюда сделаю высекание. Высекание делается полностью, как обычный удар лоу-кика. Это очень болезненно, потому что удар попадает по икре, по задней поверхности ноги. Икра может сразу отбиться и нанести серьезную травму. Поэтому сейчас, естественно, я катить не буду. Если эта дистанция короткая, как делает Сайнчай, например, он отсюда работает, показывает лоу-кик, противник поднимает блок, и он работает отсюда, просто высекает как бы под ногу. Покажу с другой стороны. Есть очень важный момент, как помощь руки своей. То есть ты отсюда работаешь, бросил блок раз, бросил два, противник поставил. И правой ручкой я перекрываю голову и давлю его вправо. А мой лоу-кик, когда он поднимает, высекает его влево. И получается, что я человека как бы в разные стороны переворачиваю. Если это сделать быстро и сильно, то нога улетает как бы высоко, и голова идет еще с твоей помощью вниз. То есть и как это все можно делать в бою, и ты работаешь, бросил, есть блок, опять бросил, есть блок, опять оп сюда. И сделал высекание уже. Все довольно просто, но очень эффективно. Но это нужно подготовить. Конечно, сразу такое не пройдет, да, с первого удара. А когда ты притравишь мидл-киками, лоу-киками, увидишь, что твой оппонент все время выставляет щиты, блоки, тогда это можно сделать быстро и четко. Я уверен, что ты наработаешь высекание лоу-киками, и оно у тебя пройдет в боях. Подписывайся на канал, ставь лайк, и до встречи в новых видеоуроках.